Дорогие друзья, рада вас приветствовать! Сегодня нас ждет встреча с четвертой пьесой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича из его фортепианного цикла «Танцы кукол». Она называется «Полька». Полька – это веселый, легкий, зажигательный танец. Появившийся когда-то в Чехии, он быстро стал популярным во всей Европе. Польку танцевали и на деревенских праздниках, и на придворных балах. Почти в каждой стране существует свой вариант этого танца. Галоп, поскоки, легкие прыжки и повороты – все это танцевальные движения польки. Возможно, вы, ребята, тоже с удовольствием танцевали польку. Это один из самых первых танцев, которые изучают дети. Ну а с куклами танцевать становится еще веселее. Польку любят и взрослые, и дети, ведь это танец хорошего настроения. А что еще будут танцевать куклы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мы обязательно узнаем в следующий раз.